переделать прицепную дисковую борону в навесную и даже навесную в прицепную достаточно легко. Конструкция наших дисковых барон Стилмер позволяет это сделать прям достаточно быстро. Здесь вот дисковая борона, это прицепная, она уже подготовлена к отгрузке, поэтому с нее сняли все, что можно отцепить. Дышло, каток, тележку. Вот. И здесь мы видим трехточечную навеску, точно такую же, как на тракторе, к которой цепляется дышло. Соответственно, если его убрать, ее можно напрямую навесить на трактор. И с прицепной очень легко сделать навесную. То есть открепляем дышло, открепляем тележку. Это достаточно легко. И вот она у нас получается навесная борона. Если, например, необходимо сделать из навесной прицепной, бывает такое иногда, что фермеры приобретают навесные дисковые бороны, а потом хотят из них сделать прицепную, мы можем предложить вам комплект переоборудования, который как раз-таки состоит из дышла, тележки, необходимых гидроцилиндров, втулок и пальцев. И, соответственно, вы сами можете достаточно легко наварить все необходимые накладки для того, чтобы сделать из навесной дисковой бороны прицепную.